Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21, вход со двора. Нажимаем. У нас начинается приемка образовательных учреждений, это как дошкольных, так и учреждений общего и среднего образования. В первую очередь мы обращаем внимание на пути эвакуации, чтобы двери все у нас легко открывались изнутри, на работоспособность пожарной сигнализации, на первичные средства пожаротушения. Замечаний, в принципе, как таковых нету по данным учреждениям, которые были уже проверены с 20 числа. Все, в принципе, устраняется в кратчайшие сроки. Это касается документации в основном. Межведомственная комиссия у нас проверяет пожарное состояние, антитеррористическую защищенность, санитарно-эпидемиологическое благополучие, медицинские кабинеты, охрану труда, дорожную безопасность. В общем, все как обычно в плановом режиме у нас проходит. Приемка началась у нас с детских садиков. Сегодня мы проверяем школы, проехали сельские школы и заканчиваем сегодня проверку здесь, в 6-й школе. В целом приемка проходит хорошо, без замечаний. Есть незначительные замечания в документации, но это все поправимо. Директора, то есть и в случае выявления нарушения договариваются уже с межведомственной комиссией, как они их устраняют. Устраняют и уже потом отчитываются, предоставляют отчеты.